одну секунду. Туториал в этом видео. О май гад! О май гуднес! Друзья, всем привет! Вы на канале Family Box. Мы, путешествуя по Азии, обнаружили такую штуку, что азиаты очень любят игровые автоматы, любят очень играть в них, выигрывают различные сюрпризы. Они такие, знаете, довольно-таки азартные люди. И что мы решили сегодня сделать? Мы решили прийти в огромный парк этих автоматов и попробовать здесь потратить целый миллион. И узнать, сколько на миллион мы сможем выиграть различных игрушек, сюрпризов, а может быть каких-то прикольных штук, потому что здесь творится просто дикий трэш и ад. Ну, смотрите сами. Ну что, погнали! Барабанная дробь! Барабанная — это не мое. Это мой рай, здесь можно выиграть еду. В этих монетах целый миллион. Пойдем сейчас попробуем, что нам выиграть. Я очень хочу кушать, поэтому давай сначала еду, пожалуйста. Целый кулек вот этих монет, здесь реально миллион. Я предлагаю начать с чего-то небольшого, потому что тут просто изобилие всего можно выиграть. Изобилие еды, игрушек, каких-то технических всяких, да, там, гаджетов и так далее. В общем, погнали. Это бестселлер. Бестселлер? То есть любит больше всего это. Ты предлагаешь с этого начать? Да, вот как раз рядом здесь. Ну, давай. Две монеты – это одна игра. То есть одна попытка – это две монеты. Милана, пробуй. Нет, давай ты, я не тогда хочу. Тогда надержи. Что, погнали? Давай. У меня, кстати, ровно 20 секунд. Давай. Ой, давай. Она в эту сторону не идет. А, нет, идет. Давай вот эту вот возьми. Давай, быстрей. Подожди. 5, 4, 3. Упала? Она свалилась сюда прям, прикинь. Ой, первый приз. Первая игра и первый выигрыш. Да, это, короче, какая-то печенька-суфле со сгущенным молоком внутри. Выглядит очень вкусно. Давайте всю еду, которую мы выиграем, посмотрим, в конце попробуем. Я хочу попробовать выиграть мишек. Ну, видишь, как тут они валяются. Ой, прям вот шикарно. Хорошо, его можно выиграть. Да. Только здесь, смотри, три монеты, одна игра. Тебе надо три монеты закинуть. Не торопись. Я тебе буду подсказывать. Хорошо. Чуть-чуть сюда. 10 секунд. Давай. Как? Да он его даже не взял. Что за фигня? Еще раз. Это лохотрон, прям видно, это реальный обман. А давай еще раз, у меня есть план, если он не сработает, то тогда точно уходим. Let's go! Папа! Нет, план не сработал. Я думал, железка его продавит, медведя, вниз, и он упадет, но не вышло. Мы не обманули этот аттракцион. Осуждаю такое. Смотрите, я нашел еще один автомат, и тут абсолютно та же история. Также медведь висит прям рядышком. А где там приклеен там? Как вариант, кстати. Я думаю, это делают для того, чтобы простые такие обыватели, как вы, ну,
на это просто клюнули. Блин, тут столько игр, капец, даже не знаешь, во что играть. Вот я не хочу эти милашки. Вот тут тоже, смотри, попка лежит неплохо, да? Да. Я нашла какую-то необычную игру, смотрите. Сейчас, давайте я попробую проиграть 3 монеты просто так, потому что я не знаю, как в это играть. Он не работает. Что за лохотрон? А монеты гони. A few moments later. В общем, мы пожаловались, пришел сотрудник. Наверное, должен нам либо сейчас игру запустить, либо отдать 3 монеты. It's okay? Ну, пробуй, Мила. Давай-ка. Теперь туда. Хватит. Хватай. О май гад! Фигня полнейшая. Пока кроме, блин, печеньки, нифига не выиграли, капец. Просто потратим. Как потратить миллион впустую за 1 секунду? Туториал в этом видео. У нас Матвей любит очень маленькие игрушки. Мне кажется, шанс выиграть что-то маленькое более вероятен. Поэтому я пойду попытаюсь выиграть какую-то маленькую плюшевую игрушечку. Может, вот этого дракончика? Вот дракона все-таки. Давай, пап! No, God! Я нашла, мне кажется, не лохотрон, иди сюда. За Милану выиграть. Мне кажется, этот осьминог был прям близок. Хорошо хватает. Ну давай же. Не падай, не упади. Нет, нет, нет. Нет, да блин. Он отпускает. Он берет, прям потом отпускает. Да. Да? Что за лохотрон? Ё-моё. Я не успокоюсь, когда не выпью хотя бы одного из этих автоматов. Я очень хочу. А давай вдвоем. Я сейчас вот это буду пробовать выиграть. Давай, давай. Кто выиграет? Итак, 2 игры одновременно. Поехали? Да. Так, он его вроде поднимает, даже этого медведя, но потом отпускает. Это прям видно. Это прям видно, это очевидно. Ребята, пока я думаю, что из миллиона тут миллионером только может стать хозяин вот этих автоматов. Может быть, хотя бы вот этого зайчика, Матюшеньки, выиграть. Погнали. 10 секунд, пап. 8, 7, 6, 5, 4. Я думаю, здесь надо играть 2 раза. Не пытаться, а ну идеально же, идеально просто. Идеально, чтобы упасть и не выиграть. И тут написано, что что-то там. Идеально. Что за бестселлер? Эй, я в шоке, как же здесь все сделано, чтобы потратить миллион? Я выиграю этого гуся! Нет. Рассказываю историю, значит. Я прихожу к автомату с чипсами, хочу их выиграть, он их достает и выкидывает при мне. Выкидывает. Ну вот так вот делает. Выкидывает.
А что, так можно было, что ли? Ну выиграй давай какую-нибудь. Вон те чипсы, вон те хорошо лежат. Вот так, спасибо. Только аккуратно дай ему, чтобы остановиться, чтобы он не шатался. Чуть-чуть еще правее. Давай я за тебя это сделаю. Давай, я хочу чипсики. Я понял, у нас везучая мама. Поэтому давай мне камеру, вот тебе монеты. На, выигрывай, а то я сейчас сломаю вот этот автомат. Спасибо тебе, мама. Что ты сделала? Смотри, он уже пришел за тобой. Ты сломала машину. Это не я. Она алкашка теперь. Алкоголичка. A few moments later. Человек пришел чинить. Какая-то история с ней произошла, с этой алкоголичкой. Все, до свидания, аппарату. Он не выиграл сегодняшний обед себе. Пойдемте за обедом. Лапшу на обед. Мама пошла готовить кушать. Доширак, мама. Он отпустил. Да. Ну вы же видели, что я его выиграла, да? Да. Игра. Да, Паша, эти автоматы. Лучше на эти деньги, блин, к Макдональдсу поесть. Вообще, ну, блин. Смотрите, какой Мишка красивый, классный. Хочу взять. Давайте, мне повезет. Хотя бы раз. Я выиграла! И это никто не снял. Как? Я его потрясла автомат, и он упал. Я просто трясла так автомат и сам упал. У нас есть вторая печенька. Потратив миллион, мы выиграли две печеньки. Ура! Тем временем кулек уменьшается, и от нашего миллиона остается все меньше и меньше. Прикинь, они его приклеили. Ну, наверное, его можно вытащить, но тяжело. Разобьем, мы достойны этого. Давай. Я расстроен, правда. Миллион потратить и выиграть две печеньки. Да, вот это мы облажались, конечно, по полной. Блин, бесит тоже, да. Видно же, что нормально хватает. Вероника, прекрати меня снимать на этот канал. Я злюсь. Блин, Миланка забрала все монеты, я даже не знаю, где она. Милана! Ты Милану видел? Нет. А где она? Смотрите, сколько я выиграла билетиков вам. Ты что, блин, кулек монет забрала? А где он? Монеты гони. Зачем эти нам бумажки? Объясни мне, пожалуйста. И что с ними делать? А потом ты их отдаешь кассе, и тебе их получаешь призы любые. Вот! Это текущий автомат. Вот! Теперь ты можешь забрать призы хотя бы с бумажек. Смотри, сколько она выиграла. Тебе дадут какую-то фигню на это, по-моему, полнейшую. Давайте выиграем жвачки. А такое себе привезу жвачки. Нет. Жвачки. Есть вот такая Нет. игра. Нет. Дядя пытается выиграть. Опа, два. Сколько надо шаров лопнуть? Три. А,
Я хотела, чтобы она чуть-чуть ее приподняла, и тогда, если бы она за попочку ее приподняла, она могла перевалиться. В этом смысл. Оно не донесет. Но если пытаться играть так, чтобы оно потихонечку доносило, шанс есть. Мы так выиграли две игрушки. Верните мне деньги! Радует, что мы не одни такие. Все, мы закончили с нашими монетами. Пойдем посмотрим, что с нашими билетами. Значит, мы сейчас и билетики вот сюда вставляем. Все, да я. Сейчас будет очень большой. И вот теперь с этой бумажечкой мы подходим к кассе и спрашиваем, что попало нам. Смотрите, у нас 1700. Вот вы можете понять, что за 1700 нам опять достанутся какие-нибудь печеньки максимум. Это то, что мы можем взять. Так, смотрим наш выигрыш сегодня. Конфетки типа M&M's, водичка и пару печенек, да, Милан? Какой-то нашли еще очередной новый автомат. Здесь уже нужно деньги прямо, не монеты, а деньги вложить. Попробуем. Заглотнул. Он говорит, что у тебя 4 попытки. Неплохо, кстати. Вау, нифига себе, какая она шустрая. Ну, ребят, по-моему, это полный лохотрон. На меня смотрят вся вьетнамская семья и весь Вьетнам. Можно прямой эфир делать. Погнали. Схватили. Отпустили. О, а это было близко. Так, подожди. Можешь еще одну. Оп. Хватай его. Давай, кидай. Оу май гуднес! Мы выиграли! Можно я попробую? Можно я две попробую? Попытки, две. Да, можно я. Отпустил. О. Вот он сейчас близко дошел. Давай. Вау! Ну ладно, хотя бы это выиграли. Неплохо. Я вырасту. Как мы видим, еще одну арену, здоровенную, в том же торговом центре. Какими-то другими автоматами. Просто их тут тьма. Я говорю, они реально фанаты вот этих игровых автоматов. Попробуем здесь. Здесь я уже не буду тратить миллион. С меня хватит, знаете. 100 тысяч потратим на монеты. Маловато, конечно. Пойдет. Погнали. Впрочем, как всегда. Ну, давай. Ну, что-то как-то вообще стрёмно. You play me. И тут бутербродики. Кто-то оставил бутербродик. О, нет. О май гад! Я в шоке. No way. No god. Я вот чувствую, что спич можно. Вот я чувствую, когда я. Вот я чувствую. No god. Я же говорил. Дань. У нас есть вот такой вот котик, а значит, чудеса возможны. Верьте в чудо, верьте. Тратьте миллионы и верьте в чудо. И смотрите, верьте давай, в чудо. Давай, верьте в чудо. В чудо, ребята, нужно верить до конца. Папа обезьяны, ням-ням, ням. Папа обезьяны, давай! Папа обезьяны сработал! Папа обезьяны! Попка обезьяны выигрывает! Папа обезьяны, ты используйте попу обезьяны, тратьте миллионы и чувствуйте. И вы выиграете попу обезьяны, yeah. Давайте вот так станем, мы миллионеры. Ну что, ребята, не играйте в эти лохотроны, не тратьте свои деньги. Всем удачи, всем пока-пока. Вывод, мы дураки, проиграли миллион на вот это. Ю-ху!